Завершился второй этап всероссийских командно-штабных учений группировки сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС Карачаево-Черкесии. Данные подразделения в ходе учения отрабатывали практические навыки по ликвидации лесного пожара. На месте учений побывал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Основная задача – проверить готовность всех подразделений по ликвидации чрезвычайных ситуаций. По легенде, в результате наземного патрулирования оперативной группы кубанского лесничества были обнаружены места возгорания, куда уже направились вся группировка сил и средств единой государственной системы предупреждения ликвидации ЧС для тушения пожара. Силами администрации Усть-Джигутинского района совместно с лесной пожарной охраной на месте условного возгорания проводится противопожарная пашка, создавая минерализованную полосу, чтобы избежать распространения огня на другие территории. Также усилиями спасателя ведется тушение очагов возгорания, используя воду из близлежащего водоема. Руководство МЧС по Карачаево-Черкесии отмечает, что все поставленные задачи учения были полностью выполнены благодаря слаженной работе всех ведомств. Безусловно, такие учения очень важные, потому что в ходе них отрабатываются вопросы взаимодействия между различными организациями и органами управления. Правильная координация и взаимодействие является залогом успеха при ликвидации последствий стихийных бедствий или последствий каких-то социально значимых происшествий. Также были ликвидированы места возгорания, по легенде, находящихся на территории жилых объектов. С места пожара были спасены пострадавшие и переданы бригаде скорой помощи. Сами спасатели отмечают, что такие учения позволяют повышать профессиональные навыки и в случае чрезвычайных ситуаций оказать своевременную помощь. Это повышение уровня спасателей, профессионализма, практическая отработка всех мероприятий, такие... ЧС не каждый день бывает, то есть и такие учения, они помогают быть в форме, чтобы спасатели были готовы каждый день к подобному роду спасательным операциям. В завершении учений руководство Главного управления МЧС по Карачаево-Черкесии выразило благодарность всем службам за качественное взаимодействие. Алихан Лепшоков, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия, Усть-Джигутинский район.